Привет, ребят, слушайте, ну я вот не могу не высказать, ну просто глубочайшую уважуху вот к этим мужикам, которые здесь вот за $6 в день вот вырубают джунгли. Это просто, ну какая-то вообще, ну, нечеловеческая работа на самом деле. Знаете, 8 часов на вот такой вот жарище, ну здесь вот как бы не совсем, в общем, жарко для них, да, для меня просто парилка. Вот, работать 8 часов в день за $6 в час, это, конечно, просто вот заслужит уважения. Вот. У них всех огромные такие мачете, острые, просто как скальпель. Они постоянно их точат, точат, точат. И работают, работают, работают. Ну, я отхожу, когда они там присаживаются, не так много работают, но, ребята, за $6 в день, это, конечно, вообще, наверное, подвиг какой-то. Слушайте, я бы... Честно, я работаю, наверное, в день в общей сложности часов 5. И к вечеру я просто вообще падаю вообще пластом. Уважуха. Уважуха реально филиппинцам. Давайте.